эфире «Радио России. Дагестан». Хайна вахтхайр хурматкун радио искрэхэлэн бу. Радио Россия, Махачкала ваши холле ихле, Дербент ваши йоколле ючулле, Хасавюрт ваш са, ФМ ни частота бышле, ахаретни хабар бышкашу таншаа. Сергей Меликов гына ишине сафари ку Каякенский районе кахаркан ворна. Мана эсвоя хикуйни эскерни Мураб Закарьяевни хизануко горышмуш иха. Мангос игити валин орден хикуйли кыйга хува иха. Сергей Меликов Каякенский спортни мактапни ишиквар таныш ихана. Спортсал мани районе джигайни катхударшни пулуки аля уин водун. Сайгыя маха ходваш инсан спортка машхоль ухесте имкан вобна. Нави викри хивер меликав я ходваша кабле ушахаса джиганани мактабия кахаркан. Районе сайб эсвое иштирака уйим бишис хайкал гимку вобна. Республика Дагыстан харынгой меликаве мачини ачылышет иштирака у. Республика Дагыстан Харынгой Сергей Меликове огет лёдзорни ваджибни месалабышкен савишшания алгавху. Тезе сенан цеттейн хафта алет ахе сакитты илгэч ува савишшания уху. Гыргын планука хаасын иш бол гаджиин бу уху. Токбышын система бу кауйка баглы сабара токбик аткауй бу ихайын бу. Манчыкадан сабап капитани ремонт бу хауйка баглы бу вобна. Мани иш бишис республика ис пулгайық кыыха. Манчыка гора ток ан линия бу трансформатор бу бадала аводун бува меликове уху. Илякыни месала биште ария як каршын эхени аварий биште хакет ихайын. Сергей Меликове мани месалайны хаке савишане увоин, як каршин авария бы ихай, кыр хааста иш кужламша асвукканва. 6 человек погибло в дорогах. Я, откровенно говоря, вот не знаю, в чем еще необходимо сосредоточить внимание, кроме того, что пока у нас не будет культуры вождения, пока у нас не будет понимание того, что автомобильная дорога и сам автомобиль являются средством повышенной опасности, да, у нас, наверное, мало что изменится в состоянии аварийности и гибели на дорогах. Вот азра кайхебет эстисен Дагыстания миллет бишен проект бенехады ише кешмиша ас ахо, чехош манчини хаке совещание регионни правительствени садрини цэрини маевни Руслан Алиеве хау. Мангой хуайну маалюмат кугара миллет бишти проект бишес кайым молиле миллиард рубл гайыв кувуха. Юч оли ихиле фаиз пулун харжа ас ахайын ву ува. Если хебани ише кешмиша асти проект бишке, если проект с ман пул хува ха ву ува. Подводя итоги прошлого года, могу сказать, что несмотря на определенные сложности, в целом видим положительную динамику в реализации национальных проектов. Хочу сказать всем руководителям национальных проектов большое спасибо. Работа проводилась гигантская. Мы наблюдали стабильный, уверенный рост. Общий объем средств, предусмотренных на реализацию национальных проектов в Республике Дагестан, составлял 28,8 миллиардов рублей. Финансирование было предусмотрено 10 из 13 реализуемых национальных проектов. Касса освоения составила 27,4 миллиарда рублей от утвержденных назначений или 96%. Совещание сайт Илякаин Суал здравоохранения милетпишти проекты киха. Мачни хакер доклад кочехош Республика Дагыстан Херунгос здравоохранения министра Татьяна Беляева ЯГАУ. Что касается модернизации первичного звена, из 5 мероприятий, которые должны были быть реализованы, 4 мероприятия реализованы полностью со 100% кассовым освоением. По реализации возведения быстровозводимых модульных конструкций из 27 сданных в эксплуатацию 25, 14 из них получены лицензии, 11 на этапе получения санитарно-эпидемиологического заключения. Республика Дагыстан энергетика нива тариф пишка илякани министерства ин министр Марат Шихалиевни Даг Энерго Россети Северный Кавказ ПАО филиалный директорко Магомед Хабиб
Мухумаевка вадак энергоросети Северный Кавказ паойни филиални инженерука Хаже Хажиевка, Махачкала шахарни электросеть пиштехенгука Магомед Шапи Шапиевка ни иштираккон пресс-конференция алгаву. Манчий гихын асасан месалабы планкойк атканы ток бишки ыха. Это не то, что незначительная сумма, это сумма, на которую невозможно подготовить такой большой комплекс к безаварийной работе. На заседании Госсовета президента Российской Федерации, посвященного вопросам развития общественного транспорта в стране, Сергей Алимович Меликов вне повестки обратился к Верховному Главнокомандующему с просьбой оказать содействие в поиске источников финансирования программ тех мероприятий, которые, по нашему глубокому убеждению, необходимы для коренного изменения ситуации в отрасли. Это все происходило на фоне августовского массового отключения электроэнергии. У нас работа выполнена где-то 30%. Ну, до конца февраля увеличивает мощность, значит, бригады. Около 20 бригад будут увеличены. Сейчас в данный момент работает, значит, 12 бригад именно по ТП. Но будем доводить до 20 бригад, и эту работу мы обязательно до конца февраля выполним. Быкарын шасыйын сенна республикайны инсанавши СВОйны эскерашыс ва азаду ойны республика бишти инсанавшыс кумагыс кар яқкалха авуха. Яқкалха ойын кар хыса бахи регион бишти аре Дагыстан цэттіні жарге авудун. Шахар бишти, район бишти ва хиваршыни ватандашырши оханасын кар яқкалха у. Мачыни хаке Патима Сулеймановая хазыра ойны сюжеті иляке. От азыра кай хебач эстисен, азыр бишкотон каран ишти республикайны инсанавши тезе регион бишти. Республикайны херунгуни Сергей Меликовни тапшырауко, гыргыни Республикайны единая Россияйни шобабыши гуманитарный кумак санпункт по акыха. Акция вашалия хэни джамиятни организация бишен ва волонтерашни движение бишен иштиракау. Мы вносим ту лепту, которая исходит от матерей, от материнских сердец, то тепло, которое они хотят с чем-то вот согреть, обогреть наших ребят. Конечно, с надеждой, что они вернутся здоровыми. И обязательно с победой, скорейшей победой. Харни басирке кадагыстанлы бише ватан корамыша амбыши еке кынагумала яккалхаву. Селимни вахталь дюгул абгасын тор бухо отхур. Гуман карби иху. Блиндаж бишин шамбахау. Кагыз боткун. Шахар биште хиваршини инсанарше курун чуру кешуйбы. Даваршин жикрыбы урбеч нисе яккалхаву. Мы чувствуем вашу поддержку. Победа будет за нами. Гуманитарный кумак республикани завод бишен ва фабрика биште тувоин. Ман бише куман кэллин бе эскерашис яхкалхау. Кот азрак айхебат эстисен Дагыстан ватан корамыша амбудонан эсвойни иштракчер шисын кумагысын хукуматни фондун филиал ақы. Фондуни ишчерши эскерашини ва джони хизан бишис ахан лязымын кумак хели, ман бы ишилка гивихи, ва малича хаас кумак аа. Эсвоен ветеранар джамиятни проект бишко марахламыша. Самое главное, чтобы те люди, которые сегодня нас с вами защищают, именно нас с вами, не пафосные слова, не родину, не страну, нас с вами они защищают. От агрессии, от зла, от того, что нам пытаются навязать. Какие-то псевдоценности, которыми мы никогда не придем, с которыми мы никогда не смиримся. Вот эти люди, которые нас сегодня защищают, неважно с какого района или какой национальности он, неважно с какого года он на войне, они должны знать, что у него в тылу есть возможность его семье, его родным, близким всегда обратиться за помощью. И самое главное, что эта помощь в обязательном порядке будет оказана. Отмыш хайни сен Дагыстанни парламентнит эсвойни иштиракчершис кумак хелесен канун кабыль хау. Мане канун укоя эскерашни хизан бишис люгот баха уводун бы. Хай бишике келен полынс кумак хели. Ушах бахча бишеха ушахар ушуреха гидив хужаб алептас кумак хели. Али мактаб бишеха каткасын квота бува мединкар бихели. Кулухчерше, предпринимательше, аграрьерше ва мебни дагысалыпше от азрак айхебет эстисен эсвойни иштракчершис кумак хеле садиппа сабувуха. Койни сенет лязымун кумак манбше хелесын яваша астиш.
Эхни Джаванар Шкедмет СВОН Эскерашис Кумак Ана Фахруддин Ва Рашид Хапкан. Ман бише лязымын кадемисын гиембы ханча урон чуру ыхка. Хайни отмышкайни вузе Рашид Кумак Мака Отеста хайканна. СВОН Эскераши ман биште ва гыргыниз эхни милетле кумак яхкал хауи савал ва эйхе. Саламу алейкум, Сахузки Джанат. Говору, няха, карах клейш, достус, час. Когда вы скрыли мышц, большое благодарность за походный чиз, рахмата ва нехады, у вас ходу Рашид. Ва неха, маям яхка джаву, кикры хонда абы иса, гауди, капа, уши и снара, ня ищи медилен. Очень приятно, неожиданно, всем спасибо. Победа будет за нами, враг будет отбит. Иншаллах. Шо ахредний хабар бушы искру, вашос хабар бы загульнары Керимова, я вас есть режиссер Зайнаб Вахабова, я газарха о саламат по ахамбу.